Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, и у нас ведьмак сегодня, и мы, что нам надо? Я должен разыскать полуденницу и выяснить, поможет ли ей зеркало. Окей. Мне надо, я так понимаю, так, кузнец. Нас ждет голодный год. Вас ждет голодный год, подожди, это разве не тут будет? Мне надо выйти из деревни. Чтобы найти цель. Правильно, вот так надо сделать. Где как-то так. Так, короче, где-то туда побежали. В поисках полуденницы. А что у нас по времени сейчас? Ага, дело к ночи. Полуденница днем, ночью не ходит. Надо помедитировать до утра. Где у нас тут костры есть ближайшие? Хижина, таверна. Развалины, место силы. Так, рухнувший мост. А что, у них тут костров нету? Как-то странненько. Хотя, может, сейчас и успею полуденницу поймать. Но это не точно. Давай, открывай. Бочка с медом. Так, что там по карте? Где-то туда. Где-то туда бежать. А, он у меня же на этой, на мини-карте стрелочку рисует. Чтобы я не заблудился. И не потерялся. Так, дорога к полям. Ну да. На полях это все происходит. И или происходило. Территория под названием поля. О, и Альвин уже тут как тут. Дорогуша. А вон какая-то полуденница. Та полуденница или нет? Наверное, нет. Мне где-то к дереву надо. А ты прям не можешь, да, со мной не подраться? Я сказал, меч поменяй. Не хочет попадать. И этим не хочет попадать. Ну, этим тогда, значит, захочешь. Не, сноси ей голову. Хыдыщ, красавчик. Обязательно самое. Оббираем труп. Так, Адам. Адам, он же Адам. Ой, боюсь, я опоздал. Зато у Адама есть там костер. Да, давайте сейчас к костру подойдем. До обеда помедитируем. А то оно так работать не будет. Так. Медитировать до полудня. То бишь до полудня. Так, хорошо, теперь уж точно она будет там. Возле дерева. Так, можно сохраниться. А то тут еще непонятно, оно как-то на автомате будет включаться это зеркало, или его надо еще специально доставать. Я же-то этого не знаю. Полуденная невеста. Ну привет, невестушка. Иди за полуденной.
Ха-ха-ха-ха-ха. Алина, посмотри в зеркало. Алина? Посмотри внимательно. Это... Так романтично. Я Алина. Теперь я помню. Мне нужно спешить. У меня скоро свадьба. Алина, ты мертва. Почему ты так говоришь, ведьма? Очень интересно звучит. Я себя чувствую, только немного холодно. Странно. Здесь жарко, как в аду. Мне надо найти корзинку. Мне надо собрать малину для возлюбленного. Геральт? А почему дух Алины не хочет уходить? Я чувствую, что сейчас она счастлива, потому что думает о своей свадьбе. Но она все еще не знает, что она привидение. Возможно, просто зеркало не Халены недостаточно для того, чтобы снять проклятие. Однажды я слышал легенду о полуденнице, которая не хотела выходить замуж за Нильфгаардца. Но я не помню, чем та история кончилась. Легенда, говоришь? Наверное, стоит расспросить тех, кто разбирается в народной мудрости. Я обещал Юлиану освободить его возлюбленную. Геральт, а ты кого-нибудь любишь? Люблю, но это не твоего ума дело. Я не знаю. Жалко. Тебе нужно влюбиться. Так, и что мы делаем? Я вынужден продолжить поиски, найти другой способ успокоить дух Алина. Вот так вот, да? Продолжить поиски. Ну, такой себе. Окончание истории. Так, курганы. Че, пойдем курганы рубить? Попробуем, да? О, тут есть еще этот. Отслеживание. Че, ты мне на карте типа следишь за мной, не? Малинник, не, ничего он мне на карте не показывает. Ну и зря. Так, куда там нам к курганам, да, надо идти? Попробуем того чувака замокрушить. У меня все-таки левелап какой-то сделанный. Может, получится. Тэю! Полуденница еще одна. Ух, их тут целая куча полуденец. Шастает. А это кто у нас? Круг друидов, окей. Свеча друидов. Вот это у нас зачем тут нужна? У меня для тебя ничего нету. Круг шагающего огня. Че, ты прицепиться решила ко мне, да? Не тебе. Добиваем. Хоч. Красиво, эффектно и эффективно. Только он мясо еще забирает с нее. Мясо надо будет потом выбрасывать. Что не есть очень здоровски. Так, хорошо. Там надо, короче, что-то собрать с холмиков. Потом пойти вызвать духа и убить его. Или как-то так. Да чё ты тут оградился так, отшельник? А-а-а. Не пройдешь. Тем более, что Геральта прыгать не умеет. Проклятые полуденницы. Проклятые полуденницы. Так, курганы. Так, корни мандрагоры помогут мне избавить круг друидов от призраков. Так, этого мы насобирали. То есть надо еще сохраниться. Корень мандрагоры.
Так, короче, там зеркало нам не помогло. Ни в коем случае. Так, ты не рисуешь, куда идти? Нет, конечно, даже его указать. Так, мандрагора. А что там по описанию? Так, корни мандрагоры помогут мне избавить круг друидов от призраков короля охоты. Так, я должен уничтожить призраков, обитающих в круге друидов. Отшельник рассказал мне, как можно отпугнуть короля охоты. Прежде всего, мне нужно положить в свечи корни мандрагоры и поджечь их. В свечи? То есть не в одну свечу? Так, вот это, да, круг друидов, там я только что был. Свеча друидов. Это, кстати, возможно, надо ночью делать. Я не в курсе. Так, где тут мандрагора? Вот она. Ну, что дальше? Так, тут небольшая ферма. Ну так и что, и как, и куда? Ну, на тебе еще один корень. Ну, почему не написать, что это надо делать ночью? Отменить слежение. Слежение. Мандрагора. Отслеживаемая фаза. Так, где тут есть у нас костер? Костер. Идем к костру, тогда значит. Только не в ту сторону пошел. Круг шагающего огня. Так, ну что-то это самое. Пока без желаемого результата. Там же ходил какой-то призрак. Ну, наверное, все-таки действительно надо ночью это делать. Матчасть учить надо. Так, где-то у тебя костер. Там полуденница, там полуночница. До рассвета. Имитировать до заката. Не, давай вот до вот этого. Я старею. Все мы стареем, дружище. В той или иной мере. Ну уж точно не молодеем. Ни в какой мере. Ну вот ночью-то у меня теперь точно должно все получиться. Что произошло? А, вот призраки. Свеча друидов. Так, я, кстати... Я бы свечу не поджег. Давай, наверное, сразу в групповой стиль уходить.
стоять, дружище, ты ничего не забыл выпить? Сваливай давай от них. Так, оно у меня есть. А еще и ласточки нету. Конечно, нету ласточки. Так, а ну давай тогда мы загрузимся. И помедитируем до обеда. Ну давай быстрее. Загрузились прям в полях. Ну, кстати, уровень шагнул вверх, и я и по ним попадаю теперь. Так, я ж надеюсь, мне будет с чего ласточку приготовить. Так, где наша алхимия? Алхимия. Ой-ой-ой. А ласточке не с чего делать. Белая чайка. Оп, и уже есть. И уже есть. Ага, все. Ну, мне и хватит. Так, до обеда медитируем. До ночного обеда. До полуночи, то бишь. Мне только не сильно понятно, как мне зажечь. Короче, надо сначала этих перебить всех призраков, а потом зажигать. Так, задание пропало. На Мандрагору. Охота на дикую охоту. Погнали. Так, бухаем, сохраняемся. И в бой. Да давай быстрее. Свеча друидов. Так, ну у вас тут, в принципе, трое. По идее-то я должен вам навалять. Если вы только вот этих всяких штучек своих не делали. Я не понимаю, я только что наносил урона. Как это работает? Давай, давай, бей его. Чего он опять не попадает? Попадал же. Что происходит? О, попал. Уходи отсюда. Короче, меня наваляли. Я сказал, уходи. Не хочет уходить. Все, помер. Помер наш герой. Привидение. Не сильно понятно, как работает это все дело тут. Очень даже сильно непонятно. Свеча друидов. О, вроде бы все было хорошо в начале, но уходи давай от них. Геральт. Почему он сначала попадает, потом перестает попадать? Так, я понял, опять мне наваляли.
какое-то не самое понятное задание. Точнее, я понимаю, что я опять все еще слишком слабый для него. Чего здесь нету лука? Никакого. Так, виверна. Как бы вас по одному сагрить? Господа привидения. А вот так. Так, да, в этой позе работаем. Ну, что ты по лежащему призраку даже не попал. По лежащему призраку, молодец. Вот бы ты попадал по нему. Ой. Да не по тут, не туда. Блин, а все так хорошо начиналось. Боевка тут мастерская. Чего ты туда-то сюда прыгаешь? Так, ладно, я понял. Надо его еще дальше утаскивать. Только так это тут будет работать. Только по одному смогу их вытаскать. Так. Обходим с той стороны. Давай, агрся. Агр. Абр. Пошел. Альвин, ты мне помогай, что ли. Я уже не хочу. Да, конечно. Так, надо обойти его и гнать в ту сторону. На тебе. Помоги мне! Помоги! Помоги! Ну бей давай его. С одним-то справиться должен. Или нет? Не должен. Не тебе. Добивай. Хорош. Но это же совсем другое дело. А, не, он еще живой. Ой, сорян. Так. Было, не было. Бульк оживился. Так. Надо еще одного сагрить. Только одного. Причем не виверну. Пошел. Хорош. Хороший мальчик.
А смотри, что я сейчас сделаю. Оп. Хотел ударить меня, да? На, упади. Да попади ты по нему. Да, боевка здесь мастерская. Как ни крути. И раз, и увернулся. Так, он там к виверне идет. Нехорошо. Ну, ударь его. Ты же козырно дерешься. Давай, немножко осталось. Самую малость. Сходи. Эх, не ушел в сторону. Добивай. Немножко не успею так. Хорош. Так, на чисто... О, так можно даже сохраниться. На двух трупиках. Так, отлично. Ну, сейчас надо это восстановиться. Может, что съесть для ускорения. Так, а я ж ласточку выпил. У меня было две, осталась одна. Значит, выпил. Сейчас хп восстановлю и пойду с ним сражаться. Только так. Дикий гон. Давай. Чуть-чуть осталось. И пойдем в бой. Все, гоу. Не кричи на меня. Ну. Да ударь его. Альвин, камнями его в спину бросай. Да что такое, ни разу еще не ударил. Такого же не бывает. О, попал. Ого. Ого. Успокойся. Да попади ты по нему. Видишь, он в кустах застрял. Че так быстро встаешь? Попадает. Давай, Геральт, показывай ему класс. Ты же первоклассный ведьмак. Терпи и бей. Давай, добивай. Ну, там чуть-чуть осталось. Долбани его.
добиваем. Гдыщ. Так, мне придется убить еще нескольких призраков. Ну, начало. Еще нескольких. Говорит, я уже не хочу. Я должен убить всех призраков. Очень смешно. Так они меня раз-два. Я слишком маленький для такого. Что нам надо? Значит, нам надо сражаться, добивать его далеко от этой территории. Ну ладно, это уже в следующей серии. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.